Добрый день, уважаемые норветяне. Сейчас у нас на территории Нарвского замка проходит мероприятие «Яновой ночи». И сегодня в них принимают участие как наши нарвские коллективы, такие коллективы, как ансамбль «Нарва», «Степап», «Студия Шанс», а также будет приглашенный коллектив группа «Лотос» из Таллина. Я думаю, что норветянам понравится сегодняшний праздник. Как вы видите, сейчас действительно очень много людей. Только что произошло торжественное зажжение костра «Яновой ночи», который торжественно произвел вице-мэр нашего города Андрей Филиппов. Людей очень много, у людей хорошее настроение. Будем надеяться, что такое настроение продлится до конца нашего праздника. Добрый вечер, уважаемые норвегияне. Добрый вечер, уважаемые гости нашего города. Я очень рад приветствовать вас сегодня все здесь, что вы нашли время для того, чтобы увидеть зажжение костра «Яновой ночи», для того, чтобы тепло костра, частичка его, передалось бы каждому, в каждом сердце, чтобы сегодня вы провели прекрасную ночь, самую длинную ночь в году. Желаю вам счастья, успехов, здоровья. А теперь все вместе мы зажжем костер. Стало уже доброй традицией ежегодно Янов день, Янову ночь отмечать на территории Нарвского замка. И этот год не стал исключением. Сегодня нам повезло очень с погодой. Целый день было солнце, теплый, хороший вечер. По программе в 9 часов произошло сегодня зажжение костра Яновой ночи. На территории мы видим очень много гостей нашего города, видим жителей Нарвы, которые с радостью пришли принять участие в празднике. Насыщенная программа, которая не даст скучать ни одному человеку, который пришел сегодня в Нарвский замок. И я думаю, что частичка того тепла, которая идет от костра, она сохранится в душе у каждого участника сегодняшнего праздника. Как вам сегодняшнее мероприятие? Очень нравится, да. Особенно вот кидание сапог понравилось. Хоть я в нем не участвовала, но очень хочется, но очередь очень большая. Вы останетесь до конца вечера? Да, останемся до конца. А вы с самого начала здесь, да, уже? Да, самого. Ну, пока не замерзнем. Как вам сегодняшнее мероприятие? Вы знаете, я сама приехала с Новгородской области, вот в гости. Праздник просто замечательный. Очень все красиво, народу много. Большое спасибо, кто это все создал, значит, подготовил эту праздничную программу. Очень хорошо. А вы до конца вечера останетесь здесь? Ну да, планируем до конца вечера. Надеюсь, погода не изменится. Если честно, нам очень нравится сегодняшнее мероприятие. Очень много всяких конкурсов и сказков тут участвовали для детей, маленьких и в принципе больших. То есть очень интересно, очень развлекаемся. А вы в чем принимали участие там? Вот мы ждем 9:30, мы участвуем в перетягивании этого каната. То есть у нас уже собрана команда из 5 человек, вот мы ждем, когда нас вызовут. Как вам сегодняшние праздники? Мне нравится сегодняшний праздник. Сегодня было весело.
А для детей много всяких мероприятий было? Да, были дротики, тягание каната еще будет и другие конкурсы. А вы принимали, да, в них участие? Да, да, я принимал, и за них дают призы. Вы что-то получили? Нет, пока что. Нравится, погода хорошая, очень повезло в этот раз. Солнечно. Программа насыщенная, вот как он? Ну, программа есть и культурная, и вот спортивные, как метание сапога и дротики, метание дротиков. А вы принимали где-то участие? Ну, вот я вот дротики кидаю, сейчас метать буду, да. А вы до конца вечера будете здесь? Ну, часов до 12 планирую. Как вам сегодняшнее мероприятие? Хорошо. Ну, интересно, мероприятия такие проводятся, там музыка такая играет. Ну, послушать можно. А вы с самого начала здесь? Ну как, с 10 часов пришли, сидим здесь. Угу. Нормально. И вы будете до самого, как бы, до конца вечера, да? Ну, часов 12, наверное, будем, потом пойдем гулять куда-нибудь. Народу так много, интересно. Там всякие мероприятия проходят. Поучаствовать можно, выиграть призы всякие. Интересно. А вы принимали где-то участие? Да, сапог кидали. И как? Не выиграли ничего. Как вам сегодняшний праздник? Ну, нормально очень, даже неплохо. Вы давно здесь уже находитесь? Да, ну с 9 часов почти. Ну вот только-только, короче, пришел. И собираетесь до конца вечера быть? Ну, скорее всего, что да. Если будет весело, то да, останусь. Понятно. Как вам вообще мероприятие? Ну вот конкурсы, вот как вам? Ну, конкурсы я уже участвовал, вот, сапог кидал, не попал. Вот, но вот сейчас хотим в дротики еще покидать. Может, что и будет, выиграем там. Как вам сегодняшний праздник вообще? Нормально. Где вы принимали участие? Там дротики кидал. И как? Нормально. Тречка все снова. А сколько надо, чтобы победить? 39.